Полицейские Ордатовского района выявили 26-летнего местного жителя, который втайне от своих родственников незаконно хранил запрещенные кусты конопли. На молодого человека в МВД завели уголовное дело. Как установлено в ходе расследования, в августе текущего года подозреваемый обнаружил на запрошенном приусадебном участке соседей дикорастущие кусты конопли. Будучи потребителем наркотиков, сельчанин решил сделать доброе дело – прополоть соседский огород. Правда, наркосодержащие сорняки не выбросил, а бережно оставил сушиться в своей бане. Другую часть конопляных кустов он спрятал в люльке старого отцовского мотоцикла. Когда с обыском пришли полицейские, все тайники были вскрыты. Из них изъяли почти 900 граммов запрещенного растительного вещества. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Свою вину 26-летний ордатовец полностью признал, а это значит, что к Новому году, скорее всего, ему уже вынесут приговор. И оправдательным он вряд ли будет. Отметим, что с 18 октября в Мордовии стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». У жителей и гостей республики есть лишняя возможность внести свой вклад в борьбу с наркопреступностью. Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков можно сообщать по телефону дежурной части республиканского МВД 47 77 71 или 102. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».